Теперь я стану у окна, я расскажу, что будет с нами, как выйдем с голыми руками. Просить иные времена, и небо в хитрых кружевах укроет Бога белым снегом и притворится просто небом на наших поднятых руках. Так говорил сантехник Нил мне о Левите и Витале, и мы сибирскую глотали, и он все время говорил, и мы учились хорошо в его меланхоличной школе, Родопи, водке, пепси-коле и разговором о большом. Все не так, как кажется, все не так. По ночам на кухне он читал, читал Августина и Гассета, Синеку, Платона, и не подходил к телефону. И он пил, как сантехник курил. Он не ругался матом, он на нем говорил. Но он был человеком, который считал, что все не так, как кажется, все не так. И это было как в раю, и мы все те же, но украдкой. Не пьем и делаем зарядку, и говорим о how are you. Ну да, конечно, how are you. Love you, be happy, все такое. Но что там птицы над рекою такое грустное поют? Все не так, детка, не так, браток. На сухой ветке возникает цветок. Пока сидишь дома, читаешь Платона, глядишь на город с балкона и говоришь, странно, вот я, вот Платон, вот за плечом ангел, прохладный как сон. Меня зовут Даша, и я тоже считаю, что все не так, как кажется, все не так.